30 июля 2017 года Ленинградская область отметила свое 90-летие со дня ее основания. По этому поводу были организованы праздничные мероприятия с участием духового оркестра и творческих коллективов города Тихвина. Это не только день Ленинградской области, но еще и день военно-морского флота. Поэтому, гуляя по нашему замечательному городу, можно было встретить отмечающих праздник людей.